Эвакуация не производится, Цеплин район. Гуляла со своими друзьями, мы увидели гранату, ну и вызвали полицию, потом я сообщил это все маме. А вот как ты понял, что это граната? Как ты? Я знаю, ну, ее вид, понял то, что это граната. А в руки брали ее, смотрели, нет? Нет. При осмотре места происшествия с участием взрывотехника было установлено, что взрывное устройство является муляжом гранаты и не представляет опасности в дальнейшем для